Всем привет, ребята! И, кстати, эта рубрика, думаю, будет интересна тем, кто умеет рисовать, либо просто пробует свои силы и делает наброски. Это даст вам возможность проявить себя, добавив, так сказать, немного красок в эту красивую, любимую игру. Конечно же, как вы уже поняли, меня интересуют рисунки по теме этой игры Summoner War. Вот. Присылайте свои рисунки, персонажей, также всего, что касается этой игры, мне в ВК, либо на email, который я, кстати, оставлю в описании к видео. Все рисунки я буду добавлять в конце своих видео. Вот, подписывайтесь, все свои рисунки вашим ником в игре, желательно, конечно же, чтобы там был и сервер указан, так как интересно, откуда меня больше смотрят. Ну, думаю, и так понятно, что это, скорее всего, Global. Вот. Буду рад видеть все ваше творчество и добавлять его к себе в видео. Вот, так как мне эта тематика близка, конечно же, но, так скажем, больше мысленно, ибо кому-то медведь на ухо наступил, а мне, видимо, по рукам побегал. Да, и с максимум вот нарисовать я могу это домик начертить от линейки. И то получится криво и дико. Итак, буду ждать ваше творчество. Спасибо. Всем привет, с вами Аракис, и это очередной выпуск Войны Гильдии. Итак, приступим. Сегодня мы воюем с Денос Девис. Итак, посмотрим. Бенджи. Такой себе деф. Уже что-то лучше. Вот первый деф может оказаться довольно быстрым и проблематичным, конечно же. Но можно попробовать. Так, кто у нас еще? Тоже интересно. Тут у нас Вуска. Итак, и кто у нас лидер? Суна Юна. Так, на ней, возможно, закончим. Так, кого же мы будем бить? Я думаю, вот эту пати все-таки оставим, так как здесь есть риск в первом бою потерять кого-то. Начнем, я думаю, с этой первой пати. Так, вторую пати, я думаю, мы будем бить через Катарину. Или не бить через Катарину, думаю, бить. Так, у моей Катьки сколько скорости? 143. 158, да, возьмем. Часун. Так, возьмем часунку, а в первой пати, да, можно взять, в принципе, огненный состав. Тайрон, я не думаю, что много чего сделает. Но, возьмем мы, скорее всего... Так, Баретта будет в лидерах. Также Рама. И я думаю, подхил нам не нужен будет. Хотя Белка просто, скорее всего, не выдержит прокаст Люшена. Да. Поэтому вот я и переживаю. Итак, что же мы будем делать? В принципе, вариантов у меня немного. Здесь Хлоя слабая. Как минимум по ХП, не знаю насчет скорости. В принципе, начнем. Так, сейчас включу ФПС. Так. Походим для скорости. Тоже мы будем бить, конечно же, лучше Люшена, но так как висит гланс, Апиол сработал, когда нужно. Так, будем бить параллельно Тайрона, так как просто некими убить. Только Рама ему может хоть какой-то дамаг наносить. Не бья в гланс, не нанося урон, точнее. Так, Хлою заставили. О, хватит, дружище. Люшена убили. Теперь как бы убить нашего Тайрона, не потеряв ведро. Вот это был бы очень хороший вариант. Попробуем снять атаку. Получилось.
Так. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас заморозит. И мы потеряем, скорее всего, сейчас ведро. Нет. Надеюсь, нет. Так, набиваем. Я думаю, ей это хватит, да. Итак, здесь главное, чтобы не походил Вунса раньше моей Вальки. И я так смотрю, он и не должен походить. Единственный, кто походит раньше, это, скорее всего, Вермос, да. Итак, бафаемся. Ну ж. Спасибо тебе. Хороший ты. Монстрик с петушком на руке. Ну, уже хоть кого-то, господи, ну. Ладно, будем набивать Вермоса. Так как Чесунка и так отхилилась. Чудесно еще и походило. Так. Думаю, да, будем бить все-таки Веромосу. Все-таки у меня три подхила, поэтому я думаю, вытащу как минимум со второго прокаста, я должен буду кого-то убить. Рад, конечно, что я Чесунку наконец-то переодел. Осталось ее всего лишь проточить. Но это я уже, конечно же, буду судить по тому, что мне и когда попадется со свитков. Надеюсь, что-то стоящее. Толстый Вуса. Ай-яй-яй. Висит на мне гланс, хотя ладно. Ну, хоть пару критов-то вылетит. Не лучший расклад. Сейчас Чесунка, скорее всего, еще и отхилит. Ждем следующего прокаста. Да, фолловые оба. Не особо сильно. Тупо одет, видимо, в ХП. Не особо быстрый. Около 150, наверное, скорости у Вусы. И, насколько я понял, он без Виола. В непонятном сете, в общем. Так, будем добивать все-таки Вузу. Противный персонаж. Со своим щитом. Ай-яй-яй, мышка не слушается. Ну же. Ну, это уже лучше. Итак, победа. Едем дальше. Так, кого будем бить? ББ Пипо? Или же оставим ее напоследок? Так как есть вот Энуг. Да, думаю, первую пати мы будем бить. Кем же мы будем бить? Тайрон здесь уже не нужен. Возможно, своим стандартным пати. Где наш Мишка есть? Возьмем, наверное, Тессариона, хотя у меня не будет подхила. Да и Раму здесь будут бить, скорее всего, не так часто. Поэтому, скорее всего, возьмем тоже, наверное, Белку. Да, в принципе, так как Раму, скорее всего, будет бить всего лишь вот этот вот чувачок Бриан, так как Белка у меня почему-то чаще всего вон агрится на моего огненного. Так, да, во втором пати можно, да, использовать так как если я похожу через Меган, ветро будет бить постоянно мою Вальку, и не знаю, через что она где-то вдруг через атаку может и забить. Итак, начнем. Итак, кого же мы будем бить? Я думаю, первым будем выносить Вермоса. Итак, мы продолжим. Будем добивать Вермоса, если у нас это получится. Сейчас Белка отхилит. Да, все-таки
лидерка на резист помогает довольно-таки неплохо. И так, я думаю, Верамос, скорее всего, умрет, да. Если что, добьем, я не знаю, той же белкой, возможно. И будем сейчас бить белку, так как она больше опасности представляет. Белка, в принципе, не особо толстая, так как и моя. У моей несчастной, по-моему, 17 тысяч хп. Слабо она у меня одета, очень слабо. Еще в идеале ей, конечно, будет одеть сет ответа. Так, будем добивать Бриана, так как он под расколом. Не выживет он по-любому. Очень медленный Бриан. Хотя не советую, конечно, одевать его через скорость, разве что у вас скорости вообще там чуть бы не его родной стат, и скорости абсолютный ноль через допы в других рунах. Поэтому, в принципе, можно одеть ему тогда скорость. Но если у вас скорости там около 130-140, я считаю, что не нужно второй слот тратить ему вместо хп, одевать ему на скорость. Думаю, лучше добавить хп. Так. Ну, была не была. Кого же мы убьем? Ведро. Красота. Отлично. Тайрон, естественно, тут не жилец. Ничего он не сможет сделать. Некоторые спрашивают, почему я не использую Верада на арене, также и на ГВ. Не знаю, не нравится мне этот персонаж. Несколько раз я это повторял. Достаточно медленный. Вот честно, добавили бы дракона в первый скилл, я не знаю, какой-то там дот, гланс, раскол, да что угодно. Любой абсолютно дебаф. Персонаж, я думаю, стал бы более юзабельным. Так как некоторые писали, одень ему там, не знаю, сет, чтобы у него оказалось 2000 брони, и вторым скиллом он будет наносить там по 20 тысяч дамаги. Ага. Максимум, что он выдавал, это 5000. Серьезно. Да, без никаких там дополнительных бафов, там, не в раскол и так далее, но 10 тысяч это его, я не знаю, увеличайший предел. Медленный кусок, 96 скорости, да, я... Все-таки он свой статус держит, очень хороший, то есть один из лучших контроллеров, особенно за счет своего третьего скилла. Ну, не знаю, мне Тайрон больше нравится, так как минимум у него родная скорость больше, плюс первый скилл у него достаточно интересный, когда пропрет, он может соло-таргет убить очень, ну, не сказать быстро, вот, но от шары может убить, особенно когда Тайрон одет в атаку. Вот, итак, кем же мы будем бить здесь? Я думаю, первая пати мы будем бить через Вальку. И я думаю, будем использовать Меган. Так как будет шанс снять щит, если мы не убьем с первого раза. Да. Так, Меган. Хотя с другой стороны. Что же будет лучше? Что же будет лучше? Нет, сыграем более сейвово. Надеюсь, здесь не жутко мощный термос. Так, а во второй пати будем бить. В принципе, можно взять раму. Убить сначала птичку. Да, возьмем раму и подстрахуемся. Там, не знаю, таким пати, как... А вот возьмем, да, такой состав. Почему бы и нет? Я думаю, рама сам должен вытянуть. Соло рама. Ну, попробуем. Второй пати. Нет навыков... А, понятно. Да, часунки бы еще лидерку какую-то вообще было бы, наверное, идеально. Так как на арене, вы видите, зачастую Валька у меня без лидерки, что и надо печально. Итак, первая походит Меган, потом походит Тайрон. В принципе, меня это устраивает. Надеюсь, Тайрон юзнет свой третий скилл. Ай-яй-яй. Отлично. Уже гланс, тварь. Итак. Очень неплохо получилось. И очень слабый термос. Очень слабый. Так, кого же мы будем бить? Итак. Юзнем сейчас раскол. Либо раскол
пройдет от бет. Нет. Будем убивать петушка. Ай-яй-яй. Не прошел крит третьим ударом. Так бы, конечно же, добили бы. Будем убивать, да, птичку. Я думаю, второго скилла хватит, чтобы добить. Или лучше через первый. Боже, какая она слабая. И руны, конечно, на ней не особо, но все же очень слабая бета моя. Вроде шанс крита большой. Не нравится она мне. Я ее сравню приблизительно, знаете, с кем? Это с Чоу. Вот. Рыцаря дракона воды. Так как Чоу, многие, я на него тоже молился, я считал, что вау, это супер персонаж и так далее и тому подобное. Но как оказалось, в защите этот персонаж абсолютный ноль. Где его можно юзать? Это фармить вулкан. Достаточно не то чтобы быстро, а сейвово, так как Хелл он тянет налегке, в самых, наверное, отстойнейших рунах, которые можно себе представить. Вот, где его еще можно использовать? Ну, на гиганте, возможно, он вам поможет на драконе. Хороший чувак и драконов соло пофармит. А так, персонаж, как по мне, шлаковый. На первое место, конечно же, я поставлю Лайку. Опять же, не рассматриваю там свет, тьму и так далее. Вот. Поставил бы Лайку. На второе место Лео. Все-таки персонаж такой немного стремноватый. Так как, когда я вижу на арене Лео, я тут же беру, естественно, против него ведро. Вот, так как это, ну, не сказать прямая контра, но обладатели ВРТХ или поймут, о чем я. Так как полоска скорости будто полностью заполняется. Если вы знаете, Лео уравнивает скорость по себе, то есть скорость становится у всех одинаковой. Если у Лео 100 скорости, у всех на арене будет 100 скорости. Даже если у вас в Ухлое там 500 скорости будет, все равно Лео походит первый. Итак, вот и все, в принципе, на сегодняшний день по поводу войны. Что же принесет нам сегодня лотерея? 5000 маны или 10? Рулетка, барабан, крутится, и что мы выиграем? Автомобиль? 10 уже неплохо, в принципе. Так, вот и все, в принципе, на сегодняшний день. Ожидайте в скором времени гайд, полный гайд. Я постараюсь сделать его достаточно качественным, оговорить все, вся, фишки, то, что многие знали. Возможно, кто-то для себя откроет что-то новое. Тематика видео будет руны и все о них. Вот. Куда одеть, как, какой сет, как работает и тому подобное. Вот. Всем спасибо за просмотр данного видео. Всем хорошего вечера, утра, дня, где бы вы ни находились. Всем удачи, побед, первородок вам, пока.